Итак, друзья, всем привет! Вы хотите песен, их есть у меня. Что-то мне мешает. Ну что ж, друзья, всем привет! Это 1 апреля, это первый Криворожский. И просто вот выйти и пообщаться просто с людьми. Magic people, voodoo people. Такое ощущение, что меня кто-то любит. Привет, Сань! Фу, я не могу, давай отойдем в стороночку. Ну а пока меня никто не отвлекает, наконец-то, давайте узнаем, чем живет город. Сидит чувак на лавочке, подходит человек такой, говорит, а на чем ты сидишь? Он говорит, не знаю. Он говорит, а что ты не знаешь? Он говорит, лавочка перед тобой. А, понятно, это же лавочка. Magic people, voodoo people. Город наш кривой, рогатый. В мире. Это жизнь, это надо понимать. А что это у тебя такое? Покажи. Настойка пустырника. Да лучше туда набрали и кидаем. В нашей музыке много изъян. Можно два вопроса? Давай гостям! Я бы тоже отказался. Как отмечаете этот день вообще? Нормально с этим, с усмешками. Не уходите. Как разыгрываете? По-разному. Как? Ну, например. Вы куда вы ушли? Я тебе говорю, это я запрещал вот этого. Как ты разыгрываешь друзей своих? Я вообще не люблю 1 апреля. Не люблю, когда меня разыгрывают и уже не разыгрывают других. Потому что когда я разыграл ранее своих друзей, не всегда была хорошая реакция на мои шутки. Видать, у меня очень своеобразное чувство юмора. А какая сейчас тема популярная для шуток вообще? Для юмора? Политика. А в городе? 500 гривен. Пошути про 500 гривен. Давайте скинемся обратно по 500 гривен для постройки фонтана. Город наш кривой, рогатый. Потому он и богатый. Не смешно, говорю, странное чувство юмора. Про 1 апреля. С 1 апреля вас. Спасибо. Как вы разыгрываете друзей и близких? Как получится. Ну, быстро шутками маленькими. Какими? Давайте. Куда-нибудь посылаю подальше. Какая сейчас тема самая популярная для шуток? А правительство, наверное. Не надоело нам? Тоже надоели так. Город наш кривой, рогатый. Не приедут козлы рогатые к нам победить его. Тоже хорошо. Девушка, а можно к вам пару вопросов? Разыгрывают ли вас друзья и как? Не буду такое интервью давать. Почему? Это надо свой прикол вспомнить. И мне стыдно, ну, что я в этом. У нас есть время. Что я в это повелась. Magic people, voodoo people. Я забыла про 1 апреля. Хорошо, что напомнили. Вам хорошего дня. С 1 апреля. В какие-то студенческие годы или школьные. Что-то такое подобное что было. Ну это пошло. Город наш кривой, рогатый. Охуенный пиздатый, да. Magic people, voodoo people. Город наш кривой, рогатый. Он талантлив и богатый. С 1 апреля, друзья.